Бюрократический подход в решении вопроса беженцев не срабатывает, поскольку причины этой проблемы политические. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Кристалиной Георгиевой. В любом случае, наверное, справедливость требует того, чтобы страны, которые несут ответственность за развязывание конфликтов, несли бы и большую ответственность за оказание гуманитарной помощи и жертв.